Рядом со мной Стефан Щербаков, автор-исполнитель. Стефан, добрый вечер. Здравствуйте. Стефан, вы первый раз у нас или вы ранее уже приходили, принимали участие? Да, я у вас первый раз, поэтому впервые буду выходить на сцену. Как про нас узнали? Кто-то посоветовал, сами увидели? Это все благодаря моему директору. Это все он, организатор всех съемок, всех событий моей жизни, поэтому как-то так. Стефан, ну какие вот эмоции, впечатления? Успели уже с кем-то познакомиться? Да, конечно. Я увидел своих друзей, коллег по работе, с кем я сотрудничал долгое время. И классная атмосфера, все нравится, все круто. Стефан, сколько вы уже поете, сколько сами песни сочиняете? Ну, у меня в выпуске 7 песен. Недавно у меня вышел клип «Космос между нами». Обязательно посмотрите, очень здорово, очень круто. Всем советую, и обязательно поставьте лайки, конечно, комментарии. А где найти? В YouTube, Рутуб, везде. Пишите «Стефан Щербаков, космос между нами». Я думаю, что вам понравится. Как в соцсетях вас найти? У вас сайт свой есть, либо вы где-то ВКонтакте, еще где-то? Да, я есть и ВКонтакте, и в Инстаграме, но большинство своего времени я провожу ВКонтакте, так как среди с обстоятельствами Инстаграм у нас закрыт, запрещен, вот, поэтому ВКонтакте, да. Сегодня какую авторскую песню исполняете? Да, у меня сегодня будет авторская песня, песня о любви, называется она «H2O». Поэтому... А вот что вдохновило на написание песни? Обожаю каждый вопрос. Да, это мои отношения, мое вдохновение, кому была посвящена данная песня, поэтому, ох, ну, услышите, все услышите. Не пришла она, да, сегодня поддержать? Нет, она смотрит прямую трансляцию и передает всем привет. А вы ей? А я ей. Я тебя люблю. То есть мы имя не узнаем. Да, пусть это останется секретом. Ну, волнение какое-то присутствует перед выходом на сцену или, в принципе, это уже обыденное и привычное дело? На самом деле волнения вообще нет, потому что я долгое время работаю на сцене, уже практически 25 лет, с 5 лет. 25 лет и с 5 лет. Ну ладно, математика, все. Офф. 20 лет, да, я на сцене, с 5 лет я занимаюсь творчеством, это театр, кино, вокал, выходы на сцену, конкурсы международного, всероссийского масштаба, поэтому волнения уже все, уже нету волнения. Выходим, работаем и наслаждаемся. Какие пожелания всем тем, кто сегодня здесь собрался и также выступит на этой сцене? Пожелания, я думаю, что круто отдохнуть, выйти на сцену, получить свой вайб, свой кайф, и все. Ну, это же на самом деле самое лучшее, что может быть. Вам удачно выступить, новых поклонников, новых песен и удачно провести лето. Благодарю вас взаимно. До свидания.